Почти в два раза увеличены расходы бюджета Ленинского района в нынешнем году. С 3,3 до 6 миллиардов рублей. Соответствующее решение единогласно одобрили депутаты района. Данная мера позволит увеличить заработные платы некоторым категориям бюджетных служащих. Прежде всего, учителям. Это 5% по педагогическим работникам образовательных учреждений школьных. Это 40% отдельным категориям работников дошкольных образовательных учреждений. Это 20% работникам учреждений дополнительного образования детей. Зарплаты вырастут с 1 сентября. Напомню, ранее соответствующую задачу поставил губернатор Московской области. Доходы бюджета Ленинского района также увеличились. По решению депутатов они составили более 7,6 миллиарда рублей. Это примерно в полтора раза больше, чем до внесения соответствующих поправок.